химкинском доме культуры «Родина» вот уже много лет существует молодежный театр «В смысле». В репертуаре коллектива более 20 спектаклей для детей и взрослых. Здесь следуют заветам классического драматического театра, но также приветствуют эксперименты и различные новые формы. «Отец Сергий» – премьерная постановка по произведению русского классика Льва Толстого. Это рассказ-притча о светском человеке Степане Касацком, который стал монахом. Атмосфера репетиции немного мрачная и пугающая, завораживает с первых минут. Постановка необычная и смелая. Зрителя ждет авторская музыка от композитора Ивана Степанова, оригинальная пластика Виталия Короткова. Художник спектакля Александр Башлаев. В оригинале Толстого множество персонажей, которых на сцене играют всего 8 актеров «В смысле». Режиссер Яна Полторжицкая рассказала, чем еще интересно такое прочтение классики. Мы постарались сохранить весь текст Толстого. Мы не перерабатывали это в драматургическую форму. Весь текст Толстого, вот в той повести, вот, которая она есть, она так и называется, «Отец Сергий», мы бережно постарались сохранить сам стиль Льва Николаевича и сделать форму таким образом, чтобы это можно было еще и смотреть, не только читать. Алена Клобукова уже 5 лет играет в театре. До этого почти 10 лет посвятила танцам. Говорит, что, несмотря на солидный актерский опыт, все равно волнуется перед каждой встречей со зрителем. Важно, сколько ты играешь в театре, год ты играешь. Конечно, самое волнующее – это когда ты выходишь первый раз на сцену и третий раз, но когда ты выходишь второй год, третий год, десятый год, это каждый раз ты переживаешь, как в первый. И это, наверное, какая-то загадка и притяжение сцены, что так происходит. Ты ради этого вообще не играешь, по сути. Как добавила режиссер Яна Полторжицкая, на подготовку спектакля ушло почти полгода. Кирилл Прокин играет, как и другие артисты, несколько персонажей, в том числе императора Николая I. Кирилл рассказал, в чем видит сложность спектакля. Ну, во-первых, мне лично приятно играть на сцене, нравится играть на сцене. И концепция такова, что все играют всех. Сложность спектакля, наверное, заключается в том, чтобы это все командой, труппой соединять в одно целое. Увидеть спектакль «Отец Сергий» и другие постановки театра можно в Доме культуры «Родина». Как победитель многочисленных конкурсов, коллектив не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь главный смысл – в смысле – дарить радость и вдохновение своему зрителю. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.